Идущий на ликвид, приветствую тебя. Привет, друзья, рад вас видеть всех на своем канале. Разберем ситуацию по биткоину, что нам ждать, что нам ожидать от него. Итак, биткоин цена 6780, CME биржа у нас открылась на 6363180. Скорее всего, на этих же отметках она откроется завтра в понедельник. Поэтому в эти низколиквидные выходные, там, ну, что-то прогнозировать такое себе, но давайте все равно попробуем. На полке у нас уже начинают вылетать не только шортилоиды, ну, продолжает копиться еще ликвидация сверху, но, в принципе, как бы и влетевших лонгов тоже, ну, так скажем, есть куда корректироваться. А хотелось бы во внимание принять движение, которое у нас было до того, как мы пробивали АТХ, то есть, условно, у нас было АТХ 20 тысяч, и вот мы около 20 тысяч начали для того, чтобы пробить, искать ликвидность шортовую, ну, то есть, чтобы очень много шортов там влетело, и мы смогли там прошить АТХ. То же самое, скорее всего, какой-никакой поиск ликвидности нас ожидает примерно и сейчас, то есть, ну, если вот так вот посмотреть, ну, что-то вот такое нас может ждать. Как раз-таки даже сходится. Почему? Потому что 63 тысячи у нас будет открытие CME, а потом мы можем, ну, нормально так откатиться. Плюс демарковские треугольники, то есть линии на основе демарковских, рисуются вот такие вот треугольники, которые чаще всего, ну, то есть, так скажем, куда-то сюда возможность есть, ну, прийти после понедельника. Вот, поэтому, ну, осторожность с маржинальными позициями, фандинг также перегрет уже чрезвычайно. Единственный вот BNB. BNB это вот, ну, прям топ какой-то. Его шортят. Я не знаю, что, может, там какой-то инсайдер его шортит, еще что-то. Но у него который день уже фандинг там чуть ли не 0,1%. Ну, то есть это, ну, весомо, так скажем. Вот, поэтому нас ждет что-то типа такого запила. Скорее всего, и, ну, накопим ликвидность, и очевидно, что выйдем вверх. Но при этом, конечно, ну, спустимся, скорее всего, протестируем уровень 57-56. Да, возможно, как напугаем. И дальше уже следующий уровень нам надо 65 пробивать, а там дальше новые приколы, так скажем. Еще что меня беспокоит, на многих альтах моих любимых, типа DeFi, тоже какие-то нездоровые треугольники демарк рисуют, точнее, DD-линии. Так, секунду. На дневке, наверное. Да, тоже какие-то снисходящие треугольники, поэтому, ну, можем что-то тоже получить такое. Краткосрочный выход вниз. То же самое PCRV. Где у меня тут? Серви. Да, то есть какие-то нездоровые треугольники могут куда-то выйти вот сюда. Вот. Это, конечно, не очень. С другой стороны, там на мной. А, ну и, кстати, эфириум. То же самое. Где у меня эфириум? Вот. А, эфириум. Фрактал, который уже на, примерно неделю. Не знаю, отработает, не отработает, но, в принципе, в теории, первый подход к вот этому локальному сопротивлению, то есть я предполагал, что подавит. Сейчас смотрим. Пока что, да, подавляют. Что будет дальше, не знаю, но если как бы биток соскамится, соответственно, эфириум соскамится еще сильнее. А вот тут уже можно будет там где-нибудь подбирать 3300. Ну, опять же, у меня карманы полные, мне покупать не на что, а продавать я не буду, это очевидно. У меня ни одного свободного доллара, все в крипте, поэтому там смысл рисковать, чтобы здесь все продать, чтобы тут на несколько процентов закупить, я этим заниматься не буду. Поэтому, если хотите, можно попробовать часть фиксануть, сыграть там на, так скажем, ну, на выкупе ниже. Я таким заниматься не буду. Я чисто buy and hold. По крайней мере, сейчас эта стратегия, ну, достаточно одна из самых таких
Я думаю, что интересно. А, вот, кстати, палга. Наконец тут какой-то запил. Да. И, скорее всего, ну, выход продолжением тренда по алга. Что тут еще интересного? BNB. Все так же. 588 первый тейк. И дальше на косарь АТХ. Я лично буду держать. Но остальные как бы очень хорошо себя выглядят. Кейк. И это вообще все как бы дефи. Отлично смотрится, отлично выглядит. То есть, ну, это то же самое ACP. То есть, хоть сейчас прям бери там первый тейк, условно. Первый тейк, второй тейк, ну и куда-нибудь на 140. Чего бы нет. Но я его уже взял, поэтому... Поэтому сейчас просто в Mindhole ждем понедельника. Скорее всего, ждем коррекции. Ничего страшного в этом нет. А если есть маржинальные позиции, подумайте, выставить ли, может уже начать стопы. И, в принципе, все. Было интересно. Лайк, подписчик. До новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. Пока.